Порой самый яркий свет идет из самых темных мест. Вас вызвали быть присяжным. Причина увольнения моего клиента – система труда, вызвавшая смерть двух невинных людей? Я... Напоминаю, сэр, что вы под присягой. Больше вопросов нет. Порядок в суде. Выпейте, адвокат, у нас праздник. Ты просто тварь! Давай все обсудим. Я хочу развод. Мне сказали, что помочь можете только вы. Мой друг Джеффри придумал это после... несчастного случая. Можно судиться с больницей за то, что они не купили препарат для спасения жизни пациентов? На это никак не подсядешь. Не подсядешь, не используешь повторно. Врачи это любят, медсестры на него молятся. Это слишком много, Майк. Мы на мели. Это оно, мы прорвемся. Это нас уничтожит. Вам дали шанс, не упустите его. Мы боремся за право каждого человека жить в стране, ценящей жизнь гражданина больше прибыли. Поторопись, или нам всем не сдобровать. Джентльмены, спасибо, что приехали. А ваш клиент нарушает антитрастовые законы штата и страны. Мой клиент готов сделать очень щедрое предложение. Мы должны его принять. Ты боишься? Я не боюсь, Майк. Ты слил это дело. Кокаин. У тебя под носом. Дай мне шанс. Я вернусь в Хьюстон, завяжу с наркотой. Эта информация доказывает, что United Medical Health Supply создали монополию. Надо решить все сейчас. Мне нужно время. У него нет дела. Выхода нет. Я все улажу, ладно? Ты, блин, живешь иллюзиями! А ты предпочитаешь гоняться за скорыми, а не спасать людям жизни! Тебя интересует только победа! У меня хотя бы хватает смелости проиграть ради правды! Ты рожден для великих вещей, чтобы что-то изменить, сделать что-то особенное. Твой клиент принял предложение. А вы договорились с ним, но не со мной. До встречи в суде.